цифра на 9%, на 9%, как это измеряли, тоньше предыдущего поколения. Новая серия V, Aspire V5, V5 и V3, V3, V3. 14 дюймов, 15,6 дюймов и 17,3 дюйма. Отличаются они индексом, это 473, 14 дюймов, 573, 15 дюймов и 772, 17,3 дюйма. Это ультрабуки, бюджетные ультрабуки компании Acer. Есть у них S3, S7, S5, который не особо продается и не особо мало где заметен. Но вот S3 и S7 это такие самые топовые ультрабуки, а это бюджетные ультрабуки V5 и V3. Как видите, визуально они заметно отличаются от вот тех гаджетов, о которых мы рассказали в прошлом видео, от E1 и его друзей. Это более такой дорогой, еще не премиум, но уже более дорогой сегмент. Это алюминиевый корпус, не пластиковый, в отличие от тех моделей. Здесь тоже алюминий, вот. Здесь есть подсветка клавиатуры, клавиши островного типа. Достаточно жирная начинка. Здесь стоит процессор, допустим, Core i7 4-го, конечно, поколения, 16 гигабайт оперативки, терабайт на жестком диске и 256 гигабайт на SSD накопителе. То есть это уже будет стоить, ну, 1040 точно. Экран не сенсорный, матовый, с глянцевой окантовкой, Full HD 1920 на 1080, матовая крышечка, 700-я серия графики NVIDIA. 6-ячеечная батарея, Blu-ray привод. Ну, с этим все понятно. Это такая, скорее, стационарная вещь. Замена, наверное, системному блоку. Да, и, естественно, здесь много портов. VGA, HDMI, USB, сетевой порт. Ну, все есть, стандартный набор. Мне, честно говоря, больше всего нравятся вот эти вот модели. Особенно вот этот, вот, без цифрового блока. Здесь довольно интересная компоновка разъемов. С этой стороны USB кнопка включения и гнездо для зарядки. С этой стороны тоже USB и SD card reader. Все остальное находится вот здесь. HDMI, Thunderbolt, да, Thunderbolt, сетевой порт, который так приоткрывается, и USB 3.0. Приятная моделька. Лоску и дороговизны ей добавляет подсветка клавиатуры и такая тонкая-тонкая алюминиевая окантовка тачпада, довольно большого, матовый дисплей, Acer молодцы, матовая окантовка, да и вообще весь такой корпус матовый. Вот, этот будет стоить уже, конечно, подороже, в районе 1030 наверняка. Что тут еще про него пишут в прессе? Много, написано опции по цветам, разные-разные будут цвета, но вот здесь у нас представлены, я даже не знаю, как этот цвет называется, это серый, а вот этот, вот, что это такое? Ваня, специалист по цветам. Что ты на меня смотришь? Acer Aspire V5 и V3. Новое поколение бюджетных ультрабуков Acer. Но это еще не все. В линейке V5 есть 11,6-дюймовые модели. И вот тут сразу целое собрание сочинений, моделей серебристая и голубая версии. Отличный подарок, я считаю, младшей сестре или брату в школу. Класс какой-нибудь. 5-7, может быть, даже 8, с чем сейчас школьники ходят. Сенсорный дисплей, клавиши островного типа с подсветкой. Я считаю, это очень важно для школьника, наверное, да, сидеть там в темноте вечером. Порт. Вот что здесь делает Thunderbolt? У меня, конечно, большие вопросы. Лучше бы они сюда USB запихнули. Ну, один USB 3.0 с этой стороны есть, это SD Card Reader. Здесь еще один USB, кнопка включения, гнездо для наушников. Такой вот аппарат, продолжение линейки V5. Есть в разных цветах, здесь представлены два цвета. Но наверняка будут еще больше. А начинка самая стандартная, это Core i3, Core i5 4-го поколения. Жесткий диск на 320 гигабайт, плюс-минус. В зависимости от комплектации, дешевле, дороже. И 4 гигабайта оперативки. Это все.